коробках продукты питания, медикаменты, сладости. К гуманитарному сбору присоединились многие. История началась еще до Нового года. Родители кадетского класса и школы «Флагман» попросили помочь военнослужащим, и ребята стали принимать активное участие в сборе самого необходимого. А когда собрали, при том, что много коробок, целый УАЗик загрузили, и потом, когда получили видеообращение, письма написали тоже военнослужащим, когда получили живой отклик, то есть детей это заинтересовало еще больше, и сейчас уже и начальная школа принимает участие, вот на второй заезд уже. В школе активно ведется работа по патриотическому воспитанию. Акция по сбору гуманитарной помощи стала первой для воспитанников учебного учреждения и незамедлительно получила отклик. И тут среди ночи звонок мне раздается, и звонит родитель, который моего ребенка в классе. Говорит: «Елена Александровна, вы не представляете, я сейчас беру посылку, а это посылка моего сына». То есть там письмо. Вот, и это было настолько приятно всем. Добрая акция будет продолжаться и в будущем. Все, кто принимает участие, уверены, что их внимание поможет поддержать наших военнослужащих и подарить им тепло, а гуманитарный груз прибудет по назначению. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».